смотри, это наш самолет. Сейчас они ее ту прошла, ее отрезали. Сейчас вот это следующее подходит, это ее следующее. Далеко от этого моста. Они дело в том, что туда когда там все горело. Да, да. Они же там три детей. А мои в Сырюкинске тоже родственники. Я им позвонил, они говорят, у нас все хорошо, говорят, это горит, горят плавно в самом городе.